Добрый день всем еще раз. У микрофона друг, студия Игрокам ТВ. И это RTRTI, пятый выпуск. Третий матч между командой Vici Gaming и командой Ньюби. Матч, который является гранд-финалом 2014 года. International под номером 4. Матч за колоссальные призовые, пока что рекордные во всем мире. Пока еще не прошел у нас пятый International. Что же будет в гранд-финале твориться International под номером 5. Я так понимаю, что там надо будет показывать совершенно новую доту, на которую вот смотреть мы будем с выпущенными глазами и не понимать, что происходит. Посмотрите на Vici Gaming. Сразу же в пик уходит Веник и сразу же уходит Nature's Prophet. Они блочат быстрый пуш и сами берут достаточно быстрый и стремительный пуш. Веномансер за счет плагвардов и Poison Stinger, разумеется, Nature's Prophet за счет энтов и все, и базилки. Вот. Ну и блочат сами пуш для команды Vici Gaming. Они отправляют Ликана у нас в бан. Они отправляют в бан Enchantress. То есть лес ограничивает команде Ньюби. Ну, Чена никто-то не отменял. Может и Чен появится. Вот. Ну и Shadow Shaman тоже пуш. И Alchemix с Acid Spray, который на тот момент постоянно максился, тоже пуш. Можно брать его как керри, можно брать его как оффлейнера, можно брать его как саппорт. Acid Spray остается Acid Spray. Неважно, в какой роли ты используешь этого алхимика. Ну и посмотрите, все вообще, все пушевое, все блочится. Вайпер единственный, кто, наверное, не пуш-герой, кто просто машина некая. В руках команды Vici Gaming вот единственный, кто у нас не пуш-персонаж из банов команды Ньюби. Они забанили Пугну, которого Таура сносит на 5 с плюсом. Они забанили Death Prophet, которая просто разрывает всех благодаря экзорцизму. Ну и, конечно же, Разор с Eye of the Storm, который, естественно, был мейнстримом на тот момент, точно так же, как ДП. Ну и Vici Gaming пока что двух пуш-героев забанили, будут пушить, наверное, будут и третьего какого-нибудь пушера из четырех забаненных блокировать. А что думать? Давайте смотреть. Где да как? Ну, задумалась команда Vici Gaming. У них 30 секунд здесь остается. И Брюмастер от Vici Gaming. Сразу же забирают аппараты. Ancient Operation для Vici Gaming, для FY, скорее всего. Ну что Ньюби тут могут предложить? Ньюби, кстати, на Брюмастере играли много, играли очень полезно. И так, знаете, что можно поучиться. Му на Брюмастере мидлейн отстоял вот в прошлой игре против Сайлора просто великолепно. Ну, забирают Ньюби себе пака. И тут, я так понимаю, файт у Ньюби будет вообще мультифункциональным. Станет Алхимика, Shadow Shaman с хорошим раскастом. И для пуша тоже великолепен. А пак просто заткнет всю команду Vici Gaming, соберет их кружочком. И главное Веномансер убить до того, как он Poison Nova разбросает на всех. Вообще Vici Gaming долго пикали. У них дополнительного времени всего-то 30 секунд осталось. Они, я так понимаю, в небольшом пребывали недоумении, что же брать против команды Ньюби. Ротикей долго думал, в итоге напикал не так, как того команда его требовала. В итоге Рутикей взял таких героев, которые за 17 или за 18 минут, если не ошибаюсь, сливались. Рубик от команды Vici Gaming. И тоже, по-моему, ошибка, потому что дэмэджа от Ньюби будет много. И по одному скиллу же можно сброситься в Рубика и просто оставить его в таверне до конца файта. Дополнительного времени у Ксяо Уэйт тьма тьмущая. Практически он не использовал его, там 10 секунд всего лишь. Так что Ксяо Уэйт мог тогда еще подумать. Кстати, по Венику я почему-то подумал, что в третьей игре Веник, ну так, вспоминалось мне, и мне показалось, что Веник зайдет в пик команды Ньюби, и Веник будет выигрывать за Ньюби в этой игре. Ну, в итоге, Веномансер для коллектива Vici Gaming у нас отходит, и Vici Gaming с этим Веником не будут знать, что делать. А Ньюби, по-моему, если не ошибаюсь, в четвертом матче покажут, что надо с ним делать. Опять вивер для команды Ньюби. И опять, я думаю, Хао на этом вивере будет выше всяких похвал, потому как
удается ему это делать, ну, без проблем, собственно. Прошлый матч показал, что Вивер может убивать по многу, при этом фармить больше всех. Хау там, правда, был на недосягаемой высоте. Последний бан от команды Vici Gaming. Лич отлетает у нас в бан, и вслед за Личом Dragon Knight отлетает в бан от команды Ньюби. Мидера видит команда Ньюби вот такого. Не Веномансер мид, хотя Vici Gaming-то юзали и могут использовать Веномансера на мидлейне. И Нави на мидлейнере к тому моменту уже использовали Веномансера и выиграли игру против команды Cloud9 этим веником от... этим виномансером против, по-моему, против Templar Assassin, да, стоял Фаник на венике, и получилось все прям грандиозно. Но Vici Gaming задумались и додумались до Ember Spirit. Может, изначально предвзятое, конечно, впечатление, я так особенно протекание этого матча не помню, но сейчас мне пик команды Vici Gaming кажется немного спонтанным. Таким спонтанным, то есть берем то, чем хорошо получается играть, и так в большей степени, ну, не сказать, что прям наугад, но зайдет, не зайдет. Ember Spirit — это из тех героев, которому необходим фарм, который без критов, который и без Battle Fury, ну, не самый серьезный боец. Тем более, если ты против кого-то с какими-то нормальными эскейпами сражаешься. Тот же Вивер, которого попробуй Ember поймай. Или попробуй развали его благодаря таймлэпсу. Алхимику Ember Spirit точно ничего не делает. Shadow Shaman тоже варды поставил и ушел. Ну и пака тоже ловить не так-то просто. Чейный пак переживает. И улетать от Ember Spirit тоже несложно для него. При, опять же, при нормальной реализации. 40 секунд для команды Ньюби. Последний пик. Ну, Ньюби тут все-таки призадумались. И вот, пожалуйста, лесник последним пиком. Банана забирает себе Чена. А, кстати, Vici Gaming-то банили лесника первым. И ничего не забанили. И Чена так и не взяла команда Ньюби на ранних этапах пиков. И было такое подозрение, что все, ладно, без леса играем. Забили на него. И тут на тебе появляется пятым пиком Чен. Такой вообще какой-то небывалый мув. Все, по героям разбираются. Му забирает себе пака на мидлейн. Ксяоэйд опять будет играть на алхимике. Скорее всего, опять будет играть на сложной. Шадоу Шаман для Саншенга. Чен для Бананы и Хао на Вивере. Я думаю, что команде Vici Gaming до сих пор Вивер от Хао в страшных снах снится. Со стороны команды Vici Gaming супер. Мидлейн Ember Spirit, FY на Рубике, Фенрир на Эндж Топорышин и Сайлор опять-таки играет на Nature's Prophet у нас и кого мы забыли? Мы забыли Роди Кея на Веномансере. Вот, точно. Кэп. Кэп забирает себе веника. Ну, для меня лично 2014 год и конкретно финалы, вот какие-то финальные части... Последние два дня вот открытием стал, правда, Веномансер, тот, которого всегда использовали как саппорта, как героя, мягко говоря. Ну, такого, всегда подай, принеси, и отойди, мы будем драться. Просто раскастоваться и умирать. Вот, и на International 2014 и Na'Vi, и Vici Gaming, и те же Ньюби показали, что веника можно использовать совсем другим методом и таким образом сделать из веника настоящую машину, ядовитую и неприятную. Здесь, правда, с веником Ньюби все-таки справятся, у них получится. И вот оно, вот он, взрыв из прошлого. Никаких тебе баунти рун. Одна единственная руна внизу. Команда Ньюби подошла втроем посмотреть на
руну на топе, а она там не появилась. И все, остались без ничего. С другой стороны, и Рубик. Ну, взял он свои иллюзии, и что с ними делать? Да ничего, просто пройтись втроем, чтобы не скучно было, и точно так же пойти на линии. Ни денег тебе, ни опыта, ни славы, ни... ничего полезного. Тут в этом вопросе, как бы, Dota 2015-го, мне кажется, поинтереснее немножко. Мод команды Ньюби против Супера на Эмбер Спирите. Суперу, по идее, должно быть не супер здесь. Во-первых, Му у нас скилловой, мне кажется, помощнее, чем Супер. А во-вторых, герой у Му такой вот мультифункциональный, который позволит до 6-го левела с Супером все, что угодно делать. Плюс Му... Плюс Му фармить умеет очень даже неплохо. А Пак, который перефармит Эмбер Спирита до 6-го левела, мне кажется, снесет достаточно быстро Супера. Тут Суперу надо держать ухо востро. А команда Ньюби на легкую линию отправила к Сяо Эйт на этот раз. В прошлой игре он стоял на сложной, в этот раз он стоит против Сайлора на Нечис Профите и стоит в легкой линии. Ну, его пробустили, у него нормальное количество дефа, через Acid Spray опять же идет алхимик. Никаких монеток, забудьте вообще о них. Монетки будут позже, если вдруг не пойдет Acid Spray. Если Acid Spray будет недостаточно, то тогда уже монетки сыграют свою роль. Роль, естественно, в артефактах. Появятся артефакты, тогда под Acid Spray будем точно так же убивать. Но все равно все крутилось вокруг первого скилла алхимика. Его использовали с этой целью. Ну, это такой и не саппорт-алхимик, и не керри-алхимик, и не пойми, кто алхимик. Опять же, вы видели, как Сяо играл на алхимике. Играл через Меку. Причем постоянно. Вот, в принципе, здесь зарождались вот эти меты с СФом, с Мекой, и морфлингами с Мекой, и всеми с Мекой. То есть Мекой как можно раньше, Мекой как можно быстрее на как можно более неожиданном персонаже. Ну и 16 на 3 идет Пак, против него 11 на 1 Супер. Супер получает свой ботл, теперь можно, в принципе, поагрессивнее немного играть. Но у Му ботл уже есть, у Му сверху ботла еще 370. Му тут по нетворсу обгоняет на 200 у нас Супера. Так, ну что, и ФБ. ФБ на нижнем лане, ну давайте смотреть. ФБ пропускать нельзя, тем более возможность такая есть. Выход у нас на Сайлора. Выход из леса от бананы. Подстопили, подсловили, дали стан. 1-2 и Ксяо Эйт вместе с Саншенгом забирает первый фраг. Команда Вичи Гейминг теряет своего оффлейнера. Сайлор отправляется в таверну. Почему Сайлор вообще у нас соло стоял на сложной? Непонятно. На легкой, точнее, непонятно. Почему Рутикей был не отправить туда? Мне все-таки не ясно. Му на лоу хп, бежит от супера. Иллюзорий орб есть, плюс есть, опять же, фейс-шифт. Му отсюда уходит. В это время Nature's Prophet забирает Вивера. Сайлор нашел, кому и чем отомстить. Подняли, отравили и закрыли. Ну и справились с Вивером. Ну и у нас опять Му мансит от супера. И Эмбер Спирит погибает. Банана очень вовремя подошел. В принципе, там и Тауэр достаточно вовремя тут начал дамажить супера. Супер позволил себе лишнее, за это был наказан. Сяо Эйт перемещается на топ-лейн на этот раз. Теперь он будет стоять против Рутикей, а вниз отправили Хао. Хао на Вивере. Ну и Сайлор, конечно же, на нижний лайн тоже вернулся. Ему тут деваться по большому счету некуда. Саншенг, наша душа Мани, уже приобретает себе Аркан Бутсы. По фарму все хорошо. Вроде всего лишь 6 крипов, а при этом еще и ФБ забрал на Саншенг. Понятно, деньги есть. Почему бы их не потратить? Ну и все. Хао врывается у нас на Сайлора. Начинают настреливать по нему. Шейклам не достает у нас Саншенг. И поэтому... Сайлор отсюда уходит, еще один фраг Ньюби не делает. Хауна получал по горбу от Тавара, спокойненько отходит у Тавара. Вообще по комбинационности команды Vici Gaming. У них-то такой нормальный мультифункциональный пик. Они, по идее, должны были
нормально пушить в любую часть карты благодаря Сайлору и файтиться достаточно уверенно благодаря Ancient Operation с Ice Blast. То есть под ультой аппарата файт против Ember Spirit, мягко говоря, неприятен. Неприятен для всех. Единственное, чего не хватает команде Vici Gaming, так это какого-то хорошего сайленса. Либо это глобальный какой-то сайленс, как у Пака, либо это какой-то хотя бы точечный стан, сайленс, что-либо еще. Станов, например, у команды VG нет в принципе. Рубик с телекинезом я бы не считал за стан его. Ember Spirit с чинами тоже, в принципе, не стан. Ну и все. И контроля как такового в Vici Gaming не было. Здесь же был, в принципе, Shadow Shaman с Шейклом, с Хиксом. Здесь был хороший стан от Алхимика. Здесь были все зверушки Чена, которые позволяли долго, в общем-то, контролить героев соперника. Тут немножко ВГ Габлак как будто проходил мимо, шепнул: берите ерунду, проигрывайте. Тут Vici Gaming где-то этот момент прощелкали, за что пришлось поплатиться. Саншенг видит Фенрира, ну и начинает у нас вся Уэйт уже банку свою раскачивать. Развалили очень быстро Фенрира, и с Роти Кейм та же история абсолютно. Ульта у нас от вся Уэйта, и Роти Кейм на лоу хп, на 30 хелспоинтах отходит под тавер. Чена команда Ньюби теряет. И за Ксяо погоня. А в итоге у нас Супер убивает. Еще и Шадоу Шамана. Даблкил от него. И ему тут как тут. Супера поймали. Супер просто разорвался на куски. Здесь рассказ от Пака на 5 с плюсом. У Супера 6 левел есть. У Пака уже 7, почти 8. Ну и здесь Пак, в общем-то, помог своей команде гораздо больше, чем это сделал Супер. Хау в это время проседает у нас по хп. Но это все по таврам, потому что мог танковать неплохо. 5-3 в итоге становится счет. По голде Ньюби выигрывают 1500, по экспириенсу они выигрывают 1300. Хорошая ТП-шка от вся Уэйта. Не докастовалась. Ксяо остается здесь на линии. Теперь Ксяо Уэйт собирается у нас через Soul Ring. До этого он собирался через Мекку, теперь через Soul Ring. Ну тут играется он с соперником, и плоды это свои в любом случае приносит. Му на мидлейне. Восьмой левел у Му, у Фвая, который, так, не Фвай, Супер, да, Супер нас интересует. У Супера седьмой с копейками. По дэмэджу у Супера ничего дополнительного не имеется. Боттл, Пурман Шилд, Boots of Speed. Это пока все, что в этом билде есть у Супера. У Пака есть Нул Талисман, у Пака есть ПТшка. Если необходимо будет, ПТшка, в принципе, и на дэмэдж для Пака будет. Ну и Му, посмотрите, как играется здесь с ПТ. Вроде мелочь, вроде достаточно крутой скилл проявляет здесь Му. Просто еще до того, как его Супер будет дамажить теми же фестами, он переключает ПТ на силу, чтобы поменьше ХП у него забрали. А там переключается на ловкость все, и ХП становится нормальное, приличное количество. Супера можно ловить. Потратили на него дримкойл. Супер отсюда уходит. В принципе, да, Хао ему Супера не развалили бы. Для этого Му хотя бы сайленс должен был дать немножко на подольше. В итоге у нас Супер остался не у дел. Ушел из файта, и файтится вообще никто из игроков команды Vici Gaming на миде не стал. Ротики отваливается на топ-лейне. Ой, на ботом, точнее. На ботом лейне забрали. Также еще и Сайлора. И минус 2 делает команда Ньюби. Быстро, четко, интересно. Полетел у нас летающий кентавр. Пожалуйста. Ничего необычного. Тихо, не палимся. Мама пришла. Так, Ксяо Уэйт приобретает себе уже рингов реген. Кстати, готовится опять в Мекку. Мека после Soul Ringа будет у капитана команды Ньюби. Ну и коллектив Ньюби с появлением вардов у нас у Саншенга выходит на мидлейн. Времени не тратит зря. Есть варды, надо юзать варды. Супер тоже, в принципе, близко и не подходит. Ну и варды не реагируют вообще на Супера. Вот только-только переключились.
Теперь на крипов не надо на крипов реагировать, тут есть чем заняться. Ну и очень быстро Ньюбис пушивают Т1. Здесь и Чен у нас удачно появился, и Хао тоже вблизи. Здесь. Если пуш, то пуш всем вместе. Максимум одного-двух, одного. Чаще всего игроки команды Ньюби оставляют для фана. Просто потому, что и так спушат и без него. Вивер спину FY. Свормы есть. У Хао свормы полетели по FY, но и здесь Шукучи уже откатился у Хао. И у FY нет шестого левела, поэтому какие-нибудь Шукучи украсть не получится. Ну и Хао тут поскромничал. Дальше нападать не стал. Таймлэпс пошел у нас от Хао. Хао вернулся по тавер. Вдруг здесь был бы, например, Рубик. Рубик понимал, куда у нас Хао может направиться. И мув не удался. Вот Хао, хотя тоже мув интересный. Просто взять, развернуться и... Точнее, вернуться на таймлэпс. В надежде, что Рубик остался у нас под тавером. В надежде отхилиться просто. Ну и там расковырять его. Правда, мув не удался. Если бы удался... Было бы чему поучиться. Уму на 11 минуте уже почти 2000 денег. Ну, немного совсем остается до появления даггера. 11 минут вообще у нас сыграно. Ньюби 5000 по голде, по экспириенсу. А 3000 в пользу китайского коллектива. На данный момент коллектива number one в мире доты. То есть победитель интернешнала действующего. А напомню еще раз, к моменту вот сегодняшнего дня, 15 июня 2015-го, топ-1. По всем рейтингам, в первую очередь по рейтингам компании Valve. На первом месте у нас игроки команды Vici Gaming. Они считаются по статистике топ-1 и главные претенденты на International 2015. Потому что Ньюби просто слились и без Xiao 8 пока что... Не пока что, а уже той силы былой не представляют из себя. Сяоэйд пошел за Сайлером. Сайлер здесь поплатился ценой собственной жизни за то, что Тауэр забрал. Сяо здесь ловит. Сяо перед смертью даже не успевает дать банку. Ну и за Му тоже пошла погоня. Но ему править. Прячется просто здесь. Фейсшифт уходит в иллюзорий уор. Пошел хил от бананы. Погоня за Му, а здесь уже Хао в спину. И Хао начинает делать то, что он делал в прошлой игре. Супер отсюда улетает, а Хао забирает... третьего героя для себя, причем третьего подряд. Хаос киллинг с пристрика. До этого отдался еще до фрагов, теперь вот разгоняется. И игра прошлая, я думаю, что повторится. У Хао планы на будущее, вижу, великие. Вообще, Хао приобретает себе Hand of Midas. В прошлый раз без Midas'ов как-то обошелся керри команды Ньюби. В этот раз подумал, что, может быть, игру придется затягивать, и Midas будет более чем кстати. Что ВГ распределились по своим позициям. На лайны пока что не выходят. Ньюби вроде как посильнее, они это показывают. Они дерутся поагрессивнее, поярче. Плюс у них в пике есть такие герои, которые дополнительных героев тебе в команду набирают. Я говорю, безусловно, здесь учение. Что понимаете, кентавр плюс сатир плюс урса, это все как минимум плюс 1-2 героя. То есть драться против семерых, ну, сложновато. Не просто герои, а прям таких машин хороших. Потому что, например, сатир вот с 1400 хп или урса с 1250. Да ни одного героя в составе команды Ньюби с таким количеством хп на данный момент нет. Ну, как танки, эти герои просто великолепно используются. Плюс станы, плюс дэмэдж какой-никакой, но все-таки имеется. И магический, и физический. Чен, естественно, этим и полезен. FY забирает у нас у Саншенга рот, что... Это 2014 год, это просто сумасшествие с дотой. Рот показывает, что забирает, причем забирает у Shadow Shaman. Нет, конечно, не рот, что-то другое. В итоге у нас размен 2 в 2, погоня за Му. Му с фейсшифтом через секунду, у него есть даггер. Му отсюда не уходит, Му ловит Сайлером. Му делает трипл килл в этом файте. За Сайлером пошла погоня, и Му уже здесь, и Му будет... гнать дальше беднягу супера. Просто немножко, еще через секунду будет даггер. Ну и Чен забирает у нас
Еще и Ember Spirit. А счет становится 13-6. Не дали ультракилл сделать Му. Ну, я же еще раз говорю, тут просто хочется поаплодировать, насколько круто мидер команды Ньюби отыгрывает. И отыгрывает не против кого-то там, отыгрывает против Супера. Супер вообще, по-моему, какому-то мидометру прям выше всяких похвал. А здесь Му и на тебе. Я думаю, как же я раньше на него внимания не обращал, он ведь... Настолько в порядке, он и правда очень в порядке. Да и каждый в составе команды Ньюби очень в порядке, поэтому они настолько богатые оказались в 2014 году. 13-6 счет. Команда Ньюби перемещается на топ-лейн, а команда Vici Gaming отправляется на Рошана. Через Плагварды, через Poison Sting, через Энтов. Все это, в принципе, может быть. Плюс Фенрир у нас, не будем забывать, с Челентачем. Тоже вещь полезная на ранних минутах. Если файт будет на ранних минутах. Челлендач, правда, первого левела всего лишь. Но, с другой стороны, пока что и вроде как и достаточно. Половину хп Рошану сносят игроки команды Vici Gaming. Еще одна пачка энтов у нас от Сайлора. Ну и что? И смещается сюда Хаос, смещается сюда Саншен. У него есть варды, кстати. Это не самая приятная вещь для команды ВГ. Тем более команды ВГ, которая в таком медленном темпе у нас забирает Роху. Ну, здесь делают это энты, здесь это делают плагварды от Веномансера. Элементарный эсид спрей 4-го левела от Алхимика позволяет абсолютно спокойненько выгонять отсюда команду Vici Gaming. Перемещается Vici Gaming на мидлейн. Будут ДФТ-2 в это время... Ньюби, самое, мне кажется, в самый раз просто пойти и забрать Рошана. Плагварды-то все равно здесь разваливаются. Ротики и новеники. Вроде их и постоянно плодит и множит, а по факту это просто корм для Рошана. Ну и позиция для команды Ньюби повыгоднее в данном случае. Стоят на Рохе. Файт обещает быть очень серьезным и очень ярким. Ну и врывается Му. И Dream Coil по двоим, и супер у нас. Под Сайленсом, супер у нас. Под Dream Coil'ом. Еще Иллюзорий Орб у нас от Пака. Минус 2 делает команда Vici Gaming. Моментальные 2 байбека. После этого забирают Рубика. И Хао подбирает у нас в итоге Aegis. Ну и минус 3 в итоге делает команда Ньюби. И Роха падает для коллектива Ньюби. Это раз, денежки. Во-вторых, Aegis тоже для команды Ньюби. 17 минут 30 секунд. Вы скажете, что как-то рановато может было писать ГГ. Может и правда рановато было писать ГГ, но команда Vici Gaming, команда такого капитана, как Крутики, явно не глупее, чем мы с вами. И они понимали, что, ну, собственно, затягивать эту игру, это просто оказаться более уставшим на следующую. А уставать команде Vici Gaming не надо, потому что нужна была максимальная... концентрация. Может быть, эту катку можно было вернуть в полезное для команды Vici Gaming русло. Ну, это вот это известное высказывание: не беги от снайпера, только умрешь уставшим. Зачем, собственно, команде Vici Gaming было затягивать эту игру, если они знали, что ее в итоге проиграют? Понятное дело, что незачем. Ну что, у нас последний, четвертый матч данного противостояния Best of Five. На повестке 2-3 минуты, небольшой перерыв, ворвемся на четвертый матч, разберем его, подведем итоги, что же мы, в принципе, почерпнули в 2015-м из 2014-го, и еще немножко объявлений, и на этом Retro International закончим, ну, закончим сегодняшний выпуск. Последняя, финальная, четвертая часть, через 3 минуты, далеко не расходимся, до связи.